И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Wolf. Все так же с модом Eternal. И, кстати, да, сразу хотелось бы сказать, если вы не можете найти сервер, или у вас какие-то проблемы с поиском сервера, не нужно писать там, напиши IP и так далее. Есть группа ВКонтакте, если вы не знаете, как ее найти, пишите Ark 34 регион в поисковике, и вы найдете эту группу ВКонтакте. Отстаньте от меня с этим вопросом, ебало. Ну, блин, реально, хотели бы, нашли бы уже давно-давно. Так что с этим проблем у нас, как понимаете, нету. Вот, как вы видите, у меня нету Дина здесь. И вся проблема не в том, что у меня Дина нет вообще. Даже, можно так сказать, это не проблема. Но все по порядку. Начнем с грустного. Я не понимаю, какого черта в этом моде работают, точнее, каким макаром в этом моде работают долбанные лучи. В данном экземпляре вы видите два луча залутанных. Вот эти два. Один луч, вот эти два, второй луч. Угадайте, с какого луча я это все дело залутал? Точнее, с каких лучей? Но я думаю, вы все равно не угадаете. Оба с красного. И да, здесь Прайм, подчеркну, Прайм, это если что... Ой, микрофон спел. Это если что, легендарный предмет, седло, броня 29, когда стандартная 25. И фиолетовый, Инферно, кстати, он лучше, чем этот, окей, он лучше, чем Прайм, вроде бы. И, ну, в общем, рецепт. И здесь, кстати, на 96 брони. И здесь второй экземпляр, где 172 брони и 180 брони. В общем, вообще непонятно, как это говно работает. И есть еще вот такие рецепты. Я лутал с синих лучей и так далее. Где-то у меня тут были рецепты. Вот они рецепты, вот они. То есть, ну как бы, да, они брони у них маловато. Но суть дела не меняет, они имморталовские. Ну, в общем, больная какая-то тема в этом плане. Места нету точно. Вот, собственно, вернемся к нашим баранам, кстати. А что будет, если я его... Ну, неплохо, нормально тоже. Мне как бы она все равно нафиг не нужна. Вот, ну, во-первых, у меня практически ничего не изменилось. Не так. У меня внутри вообще ничего не изменилось. За исключением того, что содержимое как-то чем-то пополнялось и так далее. Там пусто, здесь пусто, бла-бла-бла. Здесь ресурсы вы прекрасно видели. То есть дофига всего и все замечательно. То есть у меня практически фулл металлический сет, кроме перчаток и шапочки. Не выбил я их. Где-то выбил сердце гиги, я не знаю. Но вернемся к нашим баранам. А точнее, к их отсутствию, конечно же. Вот. Вы это, да, это вы видите. Это мой домик. Это мой домик, это моя крепость. Вот эти вот подъемы сделаны для того, что у меня здесь просто тупо... Спойлер! У меня здесь просто тупо булыжники, и на них никак не забраться, и, то есть, по факту, пустышка, и я такой, окей, думаю, а что мне делать? Ну, давай, короче, сделаю это, такой подъемчик. Вот он, птерчик, стоит себе спокойно, уже карно 53-го левела, напоминаю, у меня был 10-го левела, и, напоминаю, он в АФК каче постоянно. Ну, я не помню, кстати, я вообще им кого-то убивал. Ну, вроде бы убивал там, типа, залутать. Вот, Альфа Мантис, то есть Дина я никаких не томил, но я ими бегал. И... Ну, а Мантисом. Бегал и лутался. Такс. Здесь есть выход. И вот здесь как раз-таки мы видим всю масштабность. Да, это масштабная... постройка. Кстати, ну, для справки, на эту постройку я угробил где-то часа 3. Почему я точно знаю время? Здесь я, короче, пьедестальчик был, я такой думаю, а почему бы не сделать так? И такой, опаньки, и мы взлетаем. Ну, круто же.
Это для более больших дина, так сказать, вход-выход. Вот, а так, по факту, конечно, я могу и сюда залететь. То есть здесь проблем нету. Почему я знаю точное время? Я просто смотрел запись стримчанского, интересный был стрим, ну, в целом, я слежу за этим каналом, и как бы, я смотрел стрим, как говорится, сидел, ржал и что-то для себя опознавал нового, и заодно строил вот это вот все чудо, туда вернемся, вот это вот все чудо я состыковывал по запчастям, делал, мучился и так далее, и по сравнению с той базой, которую я когда-то около зеленого обелиска делал, здесь я не упал ни разу, да, я научился. Но опять-таки же здесь, видите, да, то есть угловатости и так далее. То есть по факту, конечно же, нужно, да, до самого низа все это продлить, либо визуально сделать какие-нибудь типа столбы, оно на чем-то держится. Вот. Если по сути сюда заглянуть, то здесь пусто. То есть у меня стена идет, ну, вы сами видели, ворота в углу, а точнее двери, а по факту еще нет, но все закрыто снаружи, то есть я это тупо сделал платформу, так как мне внутри большая платформа не нужна, вот, и собственно сделал вот такой вот подъемчик в несколько этапов. Здесь у меня стоят огромные стенки, это чисто для того, чтобы дина не могли добраться, так как людям, если нужно, они заберутся и на летуне, это понятное дело. Вот. И вот тут уже начинается самое классное. То есть я на это потратил, наверное, 1004 дерева, я не знаю. Вот, и вот здесь-то, собственно, уже устанавливал такой проход. Я когда увидел все эти модные деревья, я понял, бляха-муха, так оно у меня и будет. И, собственно, так оно у меня и есть. Все эти деревья, они, как я уже говорил в одном из видосов, они все имеют, во-первых, название. У каждого свое название, у каждого дерева свое название. Вот. Ну а во-вторых, они считаются как за постройку. И поэтому, собственно, вы ничего здесь построить никто не сможет. И проход выглядит красиво, и, собственно, никто построить ничего здесь не сможет. Это здорово. Также здесь. Ах ты ж, твою мать! Нифига себе, голем заспавился. Вот. Также здесь вы на входе. Можете, ой, чувак, круто, на входе можете видеть множество деревьев, но лишь только некоторые из них мои личные, все остальные там искусственные, ой, натуральные, лишь только несколько искусственных. Так, сейчас я его отведу, короче, отсюда, чтобы он мне не мешался. Все, отвел бедологу, и, собственно, вот, допустим, это настоящее дерево, тоже настоящее дерево, оказывается. Ты настоящая. Где-то что тут? Вот это вроде не настоящее дерево. А, вот так лучше смотреть точно. Вот. А вот ты все-таки тоже должен быть не настоящий. Да, вот. Собственно, такие вот дела. Такая у меня прекрасная база. Но не о ней сейчас. Итак, 8 минут времени проговорил о всяком говне. А теперь перейдем к сути. В одном из видосов. Я уже как-то сталкивался с элементами, бла-бла-бла, все дела, но в целом я хочу сделать вот такую штуку. А ей телепортер. Но, чтобы его создать, нужен элемент. И... Ну это же банально, да? Элемент, бла-бла-бла, убил босса, да, был элемент. Фу, скучно. И это не мое. Банально, неинтересно. И самое главное, не зацепляет множество аспектов игры, которые мы можем использовать на этом сервере. Элемент. Есть такая штука. Ой. Элемент. Пишу, блин. Как элементная руда. Она создается из сжиженного газа. Ну, насколько мы прекрасно помним, там надо ее заряжать, бла-бла-бла. И для этого нужен charge node. Так, как же ты там пишешься? Ну-ка. Не, подожди. Вот. Собственно, нам нужен кросс коллектор, газ коллектор, абрейшн коллектор и кросс абрейшн чардж нот. Если это создается легко, и это создается легко, красный самоцвет у меня еще, если что есть, остается только
найти этот самый газ. И вот, собственно, за ним мы сегодня полетим. Ну, понятно, дело, все обойдется незамечательно. То есть... 100% я найду приключения на седалище, опять что-нибудь пойдет не так, и все в таком духе. Ну, это же я. По-другому просто-напросто быть не может. Ну, собственно, поэтому я и снимаю серию, а не просто тупо в молчаливости, так сказать, ищу все это дело. Как, к примеру, я делал постройку. Да, я мог сделать стрим, запустить и делать постройку, но я смотрел стрим сам, потому что мне было интересно его смотреть, это во-первых, а во-вторых, так куда более лучше получается, когда я в соло все делаю в этом плане. Что мне нужно для путешествия? Ничего сложного, вода и еда. Ну, собственно, с едой-то у нас проблем как таковой нету. У нас есть яйки на крайняк, да, ну давай яйки возьмем, почему бы нет? Конечно, можно взять и поты, но зачем брать то, что нам не обязательно нужно. Вот, и, собственно, погнали. А почему Poison? Ну, потому что Топижара со своей скоростью 180, точнее, Топижару со своей скоростью 180 догонял этот Птер на дефолте. А здесь еще и скорость 200. Ну, в общем, я думаю, вы поняли, о чем идет речь. Здесь уже очень много людей позастроилось, попостроилось и так далее. По принципу, я, короче, на отшибе, все в таком духе. Но, как бы, дело совсем в другом. ФПС не просаживается пока что, возможно, по крайней мере, я этого не замечаю. Где я пойду искать газ? Ну, конечно же, в новые земли. Ну, во-первых, я там еще не был в новой черте карты, а во-вторых, я... Ох, нифига, какая большая постройка. Вот, а во-вторых, собственно, у меня теплится надежда, что это именно там и находится. Это кто у нас? Пельмени построились... перебив спавн ресурсов, но как бы это все фигня. Ну, такой домик вполне неплохой. То есть, есть своя задумка. Кстати, да, я там сделал себе фундамент, и это означает лишь то, что я сверху буду строить что-то красивое. Это не означает, что у меня теперь будет такой дом, и такой тупой, и тупой фундамент, ну, че за говно построил? Нет, это не такое. У меня будет нормальный дом. Вот, но чуть-чуть позже. Я просто посмотрю, что там сбоку творится. Да, вот. А ладно, погнали. Конечно, самое лучшее искать этот источники газа это ночью. А почему? Ну, он же светится. Вот, ну, как бы дело такое себе. Кстати, да, забыл, что здесь аргентависов очень много летает. Круто, надо будет здесь аргентавис какой-нибудь себе притомить. Но аргентавис нужен. Он же прикольный, это же аргентавис. Надо будет кицали притомить обязательно. Ну, это же таки летающая платформа. Да, топижару я обычно не топлю, но мне здесь топижару подарили, за что, конечно же, огромное спасибо. И, собственно, поэтому у меня есть топижара. Здорово, не спорю. Но единственное, конечно, в топижаре невозможно смотреть, через трубу невозможно через нее смотреть. Блин, прайм богомол, это круто, но у меня своего альфача будет вполне достаточно. Незачем плодить на базе одних и тех же. В группе ВКонтакте, не знаю, кто-то сообщил в группе ВКонтакте сервера на то, что... типа снимается видос и все в таком духе, блин. Конечно, это было не обязательно, но с другой стороны, прикольно, когда знаешь, не только в моей дебильной группе люди смотрят. Кстати, я этого не видел, это же новая часть карты. Ты что, новая часть карты, что ли? Не, круто, они здесь переделали. Я этого каньона не видел, я здесь летал. И не раз. Они здесь переделали все. Классно, это что за хрень? А это просто... камешки составлены. Погоди. Нет, ничего не нарисовал, ничего не сделал, просто составлены камешки. Ну-ка, интересно, а что-нибудь как-нибудь взаимодействовать с ними можно или нет? Да, будьте аккуратны, короче, в своих желаниях. Я тут это. Сейчас вам объясню, как я умудрился упасть вниз. Кстати, мне почему-то хп не отнялось. Может, стойкость большая. Стоял здесь, спрыгнул с седла и улетел к чертям собачьим. В общем, короче, пытаюсь туда еще залезть. Фух, ну все, я доволен.
это говно никак не используется. А, господи, я думал, уже монумент разбираю на камне. Что за кощунство было? Ну ладно, погнали. Вот, и, собственно, рассказали, показали, и да, в группе там отображаются. Хотя, может, я про это уже рассказывал. Вот. И вот, и там это было написано, интересно, когда же я все-таки потрогал праймов, так сказать. Ну, я с этим модом уже играл, и вы это прекрасно знаете, дудоха, ёб твою ж налево, вот что тут, твою мать, это что за долина смерти? Я... О, круто, там как красиво сделано. Блин, это круто. Вот разработчики молодцы, реально. Я не видел таких больших скал, не было их. А когда я последний раз играл, этого не было. Ну, по крайней мере, они были не такие. То есть они здесь были, горы, но они были не такими. Крутяк. Опять-таки же, почему я облетаю такие горы, есть шанс, что именно на них установятся какие-то ресурсы. Я надеюсь. Вот, и, собственно, о чем я говорю? А, о том, что это интересно, когда я типа, потрогал праймов и так далее. Я уже играл с этим модом, я знаю, кто такие праймы, что они себе представляют. Это курица, я думал, это баран. Ну вот, знаю, что из себя праймы представляют и так далее, поэтому мне как бы в этом плане я ничего нового для себя не узнаю. Но почему я... Охренеть, сорян, народ, но это охрененно красиво. Я, вот это уже тут точно новая часть карты. Да. За... Да, какой новая часть карты? Это еще старая часть карты. Это охрененно красиво. Просто здесь была просто вода, а сейчас тут, твою мать, мантикора. Пошел в жопу. А сейчас тут, короче, это классная постройка. Вот, в общем, мне подписчики писали в комментариях, типа, идеи какие и так далее. И такая хорошая была идея о том, чтобы затрагивать те аспекты, которых я не затрагивал до этого. К примеру, притомить дидна, которых я не томил и так далее. Внимание, а тут небезопасно летать. Но я хочу. Офигеть. Вот это в натуре. Вау! А фиг ты с два, ты так пешком тут пройдешься. Такая прям подстава на подставе, смотри-ка. Крутяк. Вот, и мне вот эта реальная идея понравилась с томлением того, кого не томил и так далее. И, собственно, все началось именно с топижары. Топижары я очень редко томил. Не, я так сказал бы, я никогда ее не томил. Единственное, только раз, когда я ее томил, это у меня была серия «Как притомить топижару» в соло. И все, или просто «Как притомить топижару». И то, после она какая-то дебильная получилась в том плане, что я обрезал тот самый момент, когда я ее загнал в угол. И я так и не переснял его, этот момент. Офигеть, какие классные тут постройки. Сам угол как-то красивый и офигенно сделано. Сейчас как прилетит мне виверна и хренахнет по мне и все, и нет меня. Блин, круто. Так как у нас этерналовские дина, литуны могут плавать себе спокойно, поэтому я на птере спокойно залетаю в воду. Это не читерство, это не код мод, бла-бла-бла, все дела. Так что, ну, сразу же говорю, чтобы это, ну, те, кто не знает приколюхи этого мода, так сказать. Блин, круто! Круто! Это просто офигенная постройка, которая просто тупо стоит, никого не трогает. Пошел в жопу, мелкое говно! Пигамастексы. Конченый. Вот, и она офигенная. Блин, круто. Круто. Это не просто дом, дворец, это целый город, я так думаю все-таки, что тут как бы построек-то не одна, и есть какая-то архитектурная особенность. Круто. Но я все еще ищу жженый газ, вот мне нужен газ, и поэтому я все еще сейчас буду летать, но, понятное дело, мы летим
туда, где я еще никогда не был. Вот. Да, серия будет такая, побродим, пообщаемся, и вы это уже поняли за 20 минут, оказывается, нифига себе, как много времени прошло. Но это нужно узнать, так как я ни разу здесь не был, здесь прям конкретная пустыня смерти, не так, долина смерти, и это круто. Это просто офигенски. Здесь столько разных дино. Я на Скёрче никогда не играл. Я на Скёрче единственный раз, да, она у меня купленная, я на Скёрче единственный раз заходил, лишь проверить FPS. И все, представляете? Больше я никогда здесь не был. И, ну, в смысле, на Скёрче. Я даже сравнить не могу. Она похожа на Скёрче или не похожа, то есть вот эта пустыня. Но, знаете, по скринам, по тем моментам, которые я где-то что-то как-то увидел и так далее, видосики, то есть ролики всякие разные, я это вижу, что очень похоже. Кстати, единственный человек, на которого я подписался по... Это еще такой... Василиск, козел. Вот, единственный человек, на которого я подписался по летсплеям Арка, это Сан Ли, и все. Ну, из-за того, что у него голос прикольный. Вот. Конечно, я в итоге стал четвертым и... А, нет, стоп. Да, четвертым и пятым подписчиком. И да, ну я подписался с двух аккаунтов, чтобы мне было удобнее. Вот, если что, ссылка ешнее в рекомендованных видео на моем канале. Вроде как звук настроил по сравнению с первым видео. Не знаю, то ли это из-за того, что я ей помог, то ли сама что-то сделала. Вот, но круто. Ну, в смысле, это долина крутая, вообще офигенно. Блин, это офигенская долина, это просто кайф какой-то. Я тут ни разу не был. Вот, и, ну, видосы прикольные. Видосы прикольные, именно смотреть, как все-таки другие люди выживают. В чем-то даже прикольно, в том плане, что ты тебе не надо летать на полкилометра, что-то делать там. Тут просто... 2 часа жизни у тебя проходит как 1 доля секунды, потому что это обрезка кадра и все в таком духе. В общем, все здорово. Блин, интересно, а что на тех островах? Погнали, я хочу глянуть, что на тех островах. Бич. Интересно, вообще к ним можно будет подлететь? Ой, да ладно, можно. Крутяк. То ведь здесь можно и построиться. Ха. Погоди, а что здесь? Обломанные деревья. То ведь здесь когда-то была жизнерадостная полянка. И тут ее затопило, и все. Причем рядом пустыня. Логики вообще полный кобздец. Но все-таки карта-то называется Рагнарёк. А все мы прекрасно понимаем, что Рагнарёк — это конец света. Кстати, я хочу попасть в то место. В одном из видосов я попадал за барьер. Была такая лазейка, я попадал за барьер. И, собственно, вроде где-то здесь я и был. Но на тот момент здесь как-то все было больше. И где-то вроде бы здесь. Не, дальше. Короче, здесь все изменили, и та заготовка деревьев и так далее, заготовка пустыни, такое себе было. Сейчас круче. Это что за хрень? А, это этот хребет. Блин, я не знаю, здесь есть вообще пещера какая-нибудь, либо еще что-то. Вот те, кто разбирается в пустыне вот, от Рагнарёка, напишите в комментариях. По каким-нибудь координатам есть какие-нибудь достопримечательности. То есть, как, к примеру, тот город. Металл. Вот, как, к примеру, тот город, может, еще что-то. То есть, именно такое, что есть смысл посмотреть и показать. Возможно, есть пещера. Реально, я вообще вот, здесь ничего не знаю. Понятное дело, сейчас облетать все это дело не хочу. А все потому, что я ищу газ.
Я ищу газ. Вообще здесь есть на карте газ. Я, может, зря сейчас облетел с одной стороны, а с другой стороны, я не знаю уже, что-то как бы где. Да, можно спросить в комментариях, я не спорю. Но зачем? Если бы я спросил в комментариях, эй, чуваки, а есть газ на этой карте? Они такие, не, нету. Я такой, о, окей, я не полечу туда никуда и не увижу этой красоты. Ну, собственно, поэтому я не спрашиваю. Тогда и про птеров-то я не спрашивал. Такие вот дела. Ну ладно. Я думаю, сейчас еще чуть-чуть полетаю, посмотрим. Авось найду что. Твою мать, сколько тут всего. Два Дрейка. Додолха. Пару Прайм Аргентависов. Кошмар. Там еще дальше Додоха. Не, реально. Ёб твою ж налево. Тут еще Додоха. Благо он не плюнул в меня ничего. Офигеть. Кстати, я думаю, наверное, Аргентависа лучше Прайма притомить. А он быстрый. Вместительный. И вроде даже работает как кицаль. Вроде бы. Я не знаю, не уверен. Да. Но я так ничего не нашел. Блин, походу дело все-таки придется спросить у меня вот. В чете? Че ты спишь? What the fuck? Так, оглушение практически прошло. То есть тебя не томят. Я просто кто-то тупо оглушил. Прикольно. Ну, конечно, я утомить не буду. Нафиг он мне сейчас нужен. Вот, поэтому как бы да. Вау, а это что тут? Ой, какой просад в ПФС. Какого тут много Дина, наверное, тут город пробежался. Что это посадка для НЛО, блин? А может это просто заготовка фундаментов, то есть под постройку дома, типа он фундаменты заготовили, то есть типа нам вход, все дела. Не исключено, а здесь типа пирса. Но задумка классная, именно вот самое вот это вот оформление карты, это классно. Придумано. Погоди-ка. Крутяк. Погоди. Во-первых, это мост самодельный. Его не должно было быть. Ха! Чё? Это другая постройка. Твою мать. Во-вторых, это... Мать его, Прайм. Халсба, Халсба. Блин, я хочу сохраниться и нажать. Но я не хочу, я очкую, что я что-нибудь сейчас нажму и будет все плохо. Но я хочу нажать. Не сработало. Ну, это круто. Кстати, а сколько у него там здоровечка, хпшечки? А, ну он такой дрячевенький. Вау, там есть люди. Погнали Клим. К ним, точнее. Блин, реально? О, спальник. Офигеть. И тут людей очень много. Наверное, людей, я не знаю. Потому что здесь, наверное, просто... Кто-то или что-то убивает кого-то. Да, наверное, это турельки всех убивают. Нафиг. Кстати, генераторы убивают всех турелей. Да, я так и думал, что вот этот генератор... собственно, почему? А я взялся за этот телепорт. Не пут. А ген. Да твою мать. Ген, говорю. Вот этот ветрогенератор, как видите, он создается как обычный генератор. Но. Он питает тег постройки. То есть он работает как тег-генератор. И это прикольно. Именно поэтому я... Решил сделать такой телепорт. Именно из-за этого я решился взяться за элемент. Но что-то я не могу найти ничего. Блин, круто. Кто-то просто тупо взял и занял постройку.
Дефолтная постройка, так, погоди. А, погоди. Дефолтная постройка, но он внутри построился так, чтобы эта самая постройка внешне также и осталась быть постройкой. Но, блин, один клёвый чувак. Ну, в смысле, он клёво придумал, как это всё сделать. Это вроде бы админ-птица такая. Клёво. Какой радиус? Твою мать, нифига себе у тебя радиус. Это же клёво, это ж провода не надо ставить. Блин, клёвый генератор. Бляха-муха. Собственно, вот почему здесь такая пустота и все в таком духе. Да, ясненько. Спалил дом админа. Я молодец, я тру-летсплейсик. Вот. Трубы какие-то. А, это он типа с этого водоема. О, кстати, водоема. Мне ж попить надо. Я не сдохну от жажды. Ну вот, он с этого водоема просто вывел трубу. И ясненько, блин, клево. Как я первый раз его не заметил, когда я пролетал здесь. Ну да, он просто всех диких дино убивает и все. А здесь беседка классная. Ну-ка, давай затестим его систему защиты. То есть она по факту просто всех убивает в радиусе. И вот он, радиус Дина. И давай, пич, пошли хавать. Такие, о, хавка, хавка, ёпта. И нет хавка, отлично, классно. Надо такую же фигню сделать. С одной стороны, а с другой стороны, у меня столько не будет ресурсов на патроны. Блин, короче, все, я в чат спрашивать про газ. Это какой-то ад. Вот там, где фиолетовый луч, то, короче, лучше не летайте вообще в тот район. Там просто я такой лечу, на доме, ну, с мантикора такой, выруливаю от нее через левую, такой, вторая доме, ну, с мантикора, твою мать! И вот так, короче, я кое-как выжил. Нафиг, еще тут дракон! Это какое-то безумие. Да, это безумное место на карте, я не спорю. И я его выбирал для того, что здесь тупо красиво. Я не ищу хардкор, я просто искал красивое место. Ну вот, а в чате, да, я спросил. Вот, а в чате, да, я спросил, я вам спросил, народ, чуваки, есть, не, мы тебе не скажем ничего, потому что мы тупо все офлайн и не хотим с тобой общаться. Это самый легкий способ, свалить еще через Виверн, я вам так открою секрет. Реально, вы по-другому через Виверн. По-нормальному не пролетите. А ты какая-нибудь тварь на тебя сагрится и так далее. А так, вот, через водичку и все, пошел. Блище, все, я, короче, такой, типа, оу, крут, я всех обманул. Вот, и полетел дальше. Да. Но я сейчас хочу кое-что глянуть. Прилетев на базу. Ну все. Прилетев домой, кстати, в ночи. Тихо, отсвистайся. В ночи выглядит все вот так вот. По периметру я поставил старые добрые факела. Ну а по центру у меня все-таки сам дом освещается именно моим светлячком. Чпаньк. Да. А, что я хотел глянуть? А вдруг я зря летал, и я просто невнимательный дебил. И жаль. Нет. Я просто надеялся, что этот жиженый долбанный газ будет здесь. Кстати, у меня другой вопрос. Газ. Как эта хрень находится? Блин, забыл. Черт! Сборщик, я вспомнил, как он называется. Сборщик. Он же это газ-коллектор. Коллектор это сборщик. И это фигово. Это реально фигово. Почему? Потому что сборщик, такой, как он есть, есть только на аберрации. Собственно, включаем аберрацию, и мы убираем все, что можем изучить. Это фигово. К примеру, тот же самый коллектор в моде дополнительном. То есть, к примеру, взять вот бензопила.
Опс, почти угадал. Бензопила. То есть мы ее можем здесь изучить. Как у нас эти... альпинистская кирка. Почему она по-русски? А потому что она добавлена. В общем, хреново все. И походу газа нету. Как его переделать, я не знаю. Ну, если только здесь попробовать его состряпать. Давай попробуем. Чему? Рискуем-то, господи. Ну, состряпаю его, сломаю потом. Выкину на крайняк. Так, ресурсы, благо, у меня есть. Вот, кстати, когда создаете эти кристаллы, готовьте свои уши к раздираловке, потому что это просто кобздец. Так, ну, допустим, ставим тебя здесь. Это же источник газа с течением времени. То есть, по-простому говоря, от того, что я его здесь установил, толку вообще никакого. Наверное. Не знаю. Ну, давай, подождем. Всем спасибо, все свободны. Я зря, короче, всю серию летал, короче, я вам так скажу. Почему я достал его из сундучка? Смотрите. То есть я его поставил, такой жду, думаю, блин, ну чтобы зря время не ждать, здесь прождать, потом на улице прождать. Я такой думаю, я возьму его, короче, с собой и поставлю на улице. Я, собственно, подбираю сундучок, такой в воздухе висит. И такой, чё? И там сжиженный газ находится. То есть я мог изначально поставить эту хрень, и она бы мне давала жиженый газ. Потом, говоря, могу этих хреней создать побольше, и у меня будет побольше жиженого газа. Да. Ферма жиженого газа. Блин! Ух, ну и попил у меня эта хрень кровушки, но я сделал ферму жиженого газа. Или как он там называется? Как ты называешься? Жиженый газ, да, все правильно. Хотел установить ее здесь. Ну, эта тварь проваливалась в текстуру сквозь фундамент. Так как она все-таки не рассчитана останавливаться на фундамент, а на землю. Два ставится, третий не ставится. И так по всей площадке. Но, как я уже говорил, у меня внутри стен есть дофига чего интересного. К примеру, если взять здесь поднять, и опаньки, тут еще одна комнатка. А если в там, опаньки, тут еще одна комнатка. Ну, это так, мелочи жизни, и мне как бы пофигу, что там было. То есть изначально я делал так, потом я застроил все, короче, к чертям собачьим, а потом вообще выровнял, короче, чтобы была ровная стенка. И так вот, в одном таком ответвлении у меня теперь есть дверь, в которую зайдя, мы увидим ферму сжиженного газа. Да, ну что поделать, как бы. Да, это мод, и те, кто пришли посмотреть на ферму сжиженного газа, то я вас сильно расстроил, и здесь никакого дюпа нету и так далее. И это просто кликбейт был. Я тут просто по ходу дела лучше придумал, как превьюшка делать, а далее прямо сейчас придумал. Но суть дела не меняет. Жиженый газ я получил в огромнейшем количестве на данный момент. Дальше больше. А это означает лишь одно. Я смогу состряпать элемент. А точнее, элементальную руду. Делать мы ее будем в следующей серии. Все. Почему? Потому что мне еще надо делать генератор и так далее. В общем, дофига чего еще нужно сделать, прежде чем я это все дело запущу. Но в целом сама идея такой фермочки, если мне нужен будет, конечно, я их установлю куда на ногу больше, так как они стоят копеечно. Ну, такие вот дела. В общем, вот так вот сделаем. А, кстати, да, я себе крылышки сделал. Я такой летаю. Но почему нет, я их увидел, вспомнил про них и сделал. Вот такие вот дела, народ. В общем, на этом я уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать и, конечно же, делиться моим видео с своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра. Всем пока.